Здравствуйте. Так я же вот хотел остановиться перед этим, инспектор махнул уже проезжать. Так бы треба звести безпосередньо перед знаком. Ні, так или знаком, или полосой. Вот ну, я как раз. Стерта, там, ну так правильно. Так я же вот как раз хотел остановиться, я только уже останавливаться, потому что там, ну, я же не могу там остановиться, правильно? Вот я хотел остановиться, мне инспектор уже махнул, а... Рейка, мене отбили, в тому напрямку можно... Нет, так я, же не спорю, товарищ полицейский. Я уже сначала останавливал. Нікого нема, дивіться, я безпосередньо зупинитися перед, як ви кажете, дорожньою розміткою. Ні, ні, товариш, смотрите, там, де островок, вот это там и надо останавливаться. Вот там, где островок. Правильно, дорожнее движение. Ні. Да, да. Ні. Да. Можете... Подождите, це... хорошо, товарищ полицейский. Товарищ полицейский, смотрите. Секундочку, я вас слухаю обов'язково. Да. Мені предъявіть документи, щоб я знав, про що розумію спілкуються. Що у вас все в порядку? На документи на транспортній засіб, поліс страхування Івана Миколаївна. Скажіть, Сергій Іванович, з чим ви не згідні? Я скажете, непосредственно почав останавливатися. Но инспектор не махнул жезлом. А жезл инспектор это есть главное, главней знаков, светлофоров. Не-не-не, я не нарушил. Я не нарушил. Где у нас должен остановиться? Вот где заканчивается, полоса, вот там у нас и рисуется стоп-линия, так же самое. Можно вперед, да? Ну вы знакомились? Мы спілкуємося, або я знайомлюся, скажіть, Іван. Я вам объясняю, смотрите, я остановился непосредственно. Добре розумію. Ні, подождите. То, що я не остановився перед самим знаком, это я не спорю. Ви кажете, ви їхали, ви хотіли садити. А так можемо, може, говорити. Все хотів ставати, товарищ, я не встиг. Ні. Я останавливався, понимаете, непосредственно. То, що я і зробив, но поліцейський мені махнув, і щоб я проїжджав далі. Так я ж не спорю, товарищ полицейский, я не спорю, но товарищ полицейский мне махнул жезлом, а жезл... Дайте мне документы, пожалуйста. Вы порушили. Дайте мне документы. Я не порушил. То, что вы... Подождите, Иван, я не знаю, я должен... Я не кричу, я просто громко разговариваю. Я вам еще раз объясняю. Смотрите, вот там есть конкретно островок. Подождите, как это не имеет значения? Как это не имеет значения? Хорошо, где здесь должен остановиться? Добре, ну тут он имеет остановиться, да? Там? Чи де? Ні. Ну ні, ну мені цікаво. Ну там где стоп, подождите. Дивіться, є островок. Товарищ полицейский, подождите, я вам объясняю. Смотрите, вот. Вот, например, есть сплошная и стоп-линия, правильно? Подождите. Где заканчивается сплошная? Там, где рисуется стоп-линия. Так же самое и здесь, островок. Я непосредственно начал останавливаться. Но полицейский поднял жезл и махнул мне проехать. Товарищ полицейский. Пояснення, яке приєднаємо до матеріалів, буде основою для того, щоб ви пішли в суд і оскаржили. Товарищ полицейский, Разумеется, давайте по вашей второй статье, я поехал, мы друг друга поняли, я думаю. Не, я думаю, что... Товарищ полицейский, поверьте, что лучше пускай я поеду. Справа не 255 рублей, если вы хотите стрелять, я вам передаю документ, подождите. Діло не в штрафі. Ні. Найкраще вам, щоб наказувати. Тобто, коли людина говорить, мені не зрозумілі речі, ну як, я так і покажете, а, добре, я дурак, ви мені говорите, що хочете, і виїжджаєте. Ні, подождіть, я скажу. Нема такого, товариш, що треба безпеку зупинятися, Іванович, такого нема. Товариш поліцейський, подождіть. Нема такого. В смысле нема? Ну нема. Где должен остановиться автор? Где должен? Та не я придумал. Я вам там право дорожнього руху не покажу, таке написано. Право дорожнього движения? І того добре. Я вам объясняю, що водитель должен остановиться непосредственно перед перехрестком, то есть перехресток даже. Как это при чем-то перехресток? Перед перехрестком, где правильно? Таке чули? Ну как где я тебе чу? Проезд без зупинки заборонено. При ком чуть... Ах, Иванович, куда вы едете? Да вот еще 90 км осталось. Затягивайте свой час, сказали, как есть, я же вам... Так я сказал, как есть, я же не спорю. Я же не спорю. Я же не спорю. Всего доброго, счастливого. Какие-то зрозумели, острівки, речи,
Так я же вам объясняю, ребята, ну так оно должно быть. Должна быть стоп-линия. Должна быть... Не-не-не. Товарищ Путин. Я же не спорю. Должна быть стоп-линия. 100%. Во-первых... Согласен. Добре, мені не можна мати. Не, подождите. Не, ну это вы должны дать припис. Во-вторых, чего здесь стоит стоп-контроль? Он здесь не может поставить. А погоджений стоп-контроль? Можете піти в адміністрацію... Ні, стоп-контроль у нас іменно стоять непосредственно возле блокпостов, это же не блокпост. И возле это можно. Не-не-не, это не блокпост, понимаете? У нас есть обозначение, где устанавливается знак стоп-контроль. Не, я понимаю, что это не выставили. Я понимаю, что это не выставили. Но этот знак здесь, он не может здесь стоять. Давайте ми їсти нерви не будемо друг друга. Побажаємо друг другу здоров'я, всього найкращого. Ну я безпосередньо хотів зупинитися перед цим островком. Все, всього найкращого.